Сегодняшняя наша акция протеста не направлена против России, а направлена против неоимперской политики Путина. Путин вместе с Робертом Кочаряном и его бандой виновен за преступление против человечества, которое они совершили 1 марта в Ереване. Путин виновен за убийства, которые были совершены в Киеве на Майдане. Мы осуждаем агрессию Путина по отношению к Украине. Я еще раз хочу повторить, наша акция не против России, а против банды Путина.